всем, меня зовут Денис, я снимаю видео для канала «Пламя», я живу в Ирландии. Покажу вам наш небольшой эстейт, райончик. Как вы видите, руль с другой стороны. Я строю барбекю вот из этих кирпичей. Это кирпичи уже бывшие в употреблении. Такой палет в Ирландии стоит где-то 500 евро. Это 500 кирпичей. И сейчас я покажу, что я уже успел построить. Это будет барбекю с казаном. Мне самому очень нравятся такие кирпичи, такие бывшие в употреблении, чуть такие покоцанные. Такой придает такой старый античный стиль. В Ирландии большие проблемы с шамотным кирпичом. Вот он у нас очень сложно достать его, и стоит он примерно 4 евро один кирпич. Ну, здесь вот люди используют вот такие вот кирпичи, они чуть потоньше, это тоже огнеупорные. Их вообще используют для обогревателей, внутри обогревателя, чтобы они нагревались и держали тепло. Ну и очень хорошо использовать вот для таких строений. Вот сейчас еще один слой кирпичей будет, и потом будет шамотный. И вот так вот выглядит для казана. Большое спасибо Михалычу за его советы и за его видео. Всем спасибо. До свидания.